Клара, малютка, ты же знаешь, как я люблю тебя. Этот человек обещал на мне жениться. Я обещаю тебе не отказываться от обещания. Если ты женишься на другой женщине... Молчи, молчи. Жениться на другой никогда. Никогда? Никогда. 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 Мне нужна шляпка из итальянской соломки. Немедленно, с маками. Для другой женщины? Молчи. Для какой женщины? Это для драгунского капитана, который хочет украсить голову своего полковника. Я тебе не особенно верю. Но я тебя прощу при одном условии. При каком? Сейчас ты обедаешь со мной? Как сейчас? Так. Сейчас будем обедать? Да. Ну, а вечером? А, вечером. О, потрясающая идея. Думаю, ну что делать вечером? Думаю, ну, как убить вечером? Идея открыть шляпный салон. Да, это естественно. Я совершенно не похожа на других модисток. Я добродетельна. У меня нет возлюбленных в настоящий момент. Осторожнее там.